Итак, этот наш брат, сын Риада Абдель Раззака, он старший сын. Младший сын. Сколько у него братьев и сестер? Четыре. А, все понятно. А в каком году родился? В 91-м. Молодой. Его зовут Мухаммад. Он архитектор. Где заканчивал? Кибрис. Сайперс. Это где? А, понял, в Турции. А обучение было на английском языке. Вот этот дом он сам построил. Может ли он сейчас, я прошу прощения, но показать этот дом? Или это мы сделаем потом? А, пойдемте. Итак, мы смотрим дом, который спроектировал этот наш брат. Это кухня, как раз мы тут сидим. Ага. Так, итак, это кухня. А маме нравится, как сын ее спроектировал. Очень нравится. Хорошо. Идем дальше. О, это что? Это зал для гостей, да? Приемная, да? Ага. Тут маленький террас. А вот как называется вот этот стиль? Или он без названия? Без названия. Вот ты его спроси, пожалуйста, когда он выбирал тот или иной стиль, из чего он исходил? هو كان في أركيتكت قبل مؤسس على شيء بده يعمل شيء وأنا غيرت بالمشروع بعدين بعد 20 سنة كملنا المشروع يعني وقف المشروع فترة دوني هو вот один архитект и они еще до этого не делали ничего и после где-то лет 20 он опять сам сформировал и сам сделал переделал да по-своему тогда были колонны только то есть а все понял итак дому 5-6 лет да Красота, красота. Я бы сказал, какая-то вот восточная красота, но переплетенная с какими-то западными моментами архитектуры. А вот это что за предмет в середине? Это мангал. А, это мангал. Угу, отлично. Это цинк. Замечательно. О. Отлично. Дальше. А что это за предмет? Вот это? Это обогреватель. А, это обогреватель такой интересный. В форме столба. Картины на египетскую тему, да, по-моему? Угу. Это имена их. Что? Их имена, как пишется. А, понял. Это Абхазия. Интересно. Это Абхазия. А, да. Кто-то подарил? Хада, ну, гифт. Yes, yes. Да. Это вазир Айдин Айдиния. Это министр. А, очень приятно. Это подарок Беслана Андреевича Дбар? Министра? Министр, yes. Министр репатриэйшн? Yes. А, окей. Замечательно. Вот такая красивая картина. Все замечательно. Это корабль возвращения в Абхазию.
Итак, это вид и на город, и на двор. Ага. Окей. Идет дождь. Вот там везде море. Ага. Сколько километров до моря? 5-6 километров. Ага. Арба. Хамса километра. Я уже тоже чуть-чуть изучаю. Замечательно. А там еще один выход есть. А это для чего? Трава для камина. А, трава для камина. Да. А вот здесь камин? Да, да. О, замечательно. И отсюда. Отлично. С двух сторон. Красота какая. Дай Бог, чтобы каждый черкес, абхаз, адык... Абхазия в ту сторону. Понял. Дай Бог, чтобы каждый черкес, абхаз, адык, убых, не имеет значения, жил так, как живет Рияд Абдель Раззак. Ва. Да. Вот. Здесь... Есть определенное место, откуда можно лицезреть все стороны света. Да. И вот вид дома с этой стороны. Это дом трехэтажный. Да, трехэтажный. А общая площадь какая? Ария. Где-то 2400. 2400 квадратных метров. Да. Замечательно. Великолепно. Это очень хорошо. Я